Сегодня пятница 13/2012 года. Я сейчас нахожусь в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона. У нас сезон дождей. И буквально полчаса назад на нас обрушился такой дождь, просто нон-стоп. И затопило все улицы. Вот, посмотрите, это вот практически смывает все на своем ходу. Это главная улица нашего города. Вот, смотрите, что привлекло внимание. Жесть. Короче, милиционеры и скорая помощь сейчас везде, потому что они хотят быть уверены, что никаких инцидентов не случится. Они разворачивают походы всех. Просто жесть. Для этого города это очень забавное событие, потому что здесь всегда очень жарко, и люди веселятся дождю. Ну, конечно, весело не всем, у кого сейчас может пострадать дом от того, что находится в системе потопа.